В общем, сегодня 15 апреля. Господин в поисках концерта. А что? He would want to spend his life doing something. Hey, so hey. Here we are. You bought it too. And we saw naked men. Yeah. What you say? Hello. Because I'm collecting videos, I told you. Hello. I'm gonna make one. Collecting videos, collecting memories. Yeah. Remember the night when we went out with Bean? Yeah. Gosh. Why didn't you take a video back then? I took a video, remember? You took photos. Have you ever... Oh yeah, when we screamed. Yeah. When we screamed. Yeah, we really did a great job. Yeah. Thank you. Сейчас мы находимся в... Как называется это место? Рандомное место. В общем, мы заказали чиз-катлет. Мне просто интересно, почему они называют его чиз-катлет? А на самом деле там же мясо с ним. Мясо просто начинка из сыра, наверное. Вкусно. Агин, зачитаешь нам стихотворение? The Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be your name. Мы сейчас будем кушать. Вас скажи привет. Не кажется или... Что? Они... Острое? Да. По-моему, не, они не любят. Эту песню везде крутят, да? Не знаю, как называется. И везде крутят. Вот Катя. Вот Мира. Как тебе Мёнгдонг? Мёнгдонг! Я, по-моему, в этой части не была, именно в этой. Как тут машины могут еще ехать, да? Да. А? Привет всем! Привет всем! В общем, это русский район. Это русский район. Понимаешь, это русский район. Это наша Раша. Это наша Раша. Держава наша. Guys, we've been here for already how many hours? 2 hours maybe? 2 hours. 2 hours. And we have done a lot of paperwork. Yeah. Yeah. We are basically nerds. We are going to searching for this gym. Yeah. Jebu, yeah. The trip is called Jebu. Jebu. Yeah. Sally? It doesn't matter, it's like the okay. No. You can get a mic. Yeah, both. Schedule and price. Because I want to learn when bus runs from there. Всем привет! Как вы видите, уже потихоньку расцветает вишня. Скоро тут будет очень красиво. Все этого ждут, все только об этом и говорят. Потому что кампус огромный. И тут, в общем, будет нереально красиво весной. В общем, мы все ждем, а я настоящий задр. Иду из библиотеки. Я очень хочу кушать. Да. Хотя я иду в столовую. Сия. Раньше лечь сегодня. Да. Утром встать на пробежку. Прям рано утром, без, наверное, без никаких таких. Ага. И потом. Завтра погода будет тоже шикарная, будем учиться. Я на столиках.
Может, воскресенье? Что скажете? Я только за. Ну, вы за, но вы придете. Нет! Окей, окей. Вот вы можете, Мира, скажите, вы можете определить свое состояние по погоде? Нет, погода по состоянию, настроение. А, то есть, да, погода по состоянию. Нет, честно, нет, не могу. А ты? Я не могу, реально, нет. Может, ухо чешется, там нос чешется. Да, Малха, хорошо, Андрей, да. Ладно. Малха, хорошо. Как, слушай, говорит, мерш. А? Чао. Чао.